В городе прошел 22-й слет отрядов юных инспекторов. Этот конкурс, который проводится среди школьников, был посвящен памяти сотрудника дорожной полиции Халык Каһарманы Газиза Байтасова. Главной целью этого мероприятия является знание правил дорожного движения и соблюдение безопасности на дороге. Подробнее в сюжете. Главная задача отрядов юных инспекторов движения – это активное участие в пропаганде правил дорожного движения среди детей и подростков, предупреждение нарушений ими этих правил. Такие отряды организуются из учащихся 5-9 классов в возрасте 10-16 лет. В этом слете приняли участие учащиеся школ Тараза. Так, заведующая методическим кабинетом городского отдела образования отметила, что пропаганда подвига Халык Каһарманы является общей задачей для молодого поколения. В нем участвует из 47 школ, около 500 детей. Цель этого слета – показать лучшие отряды городских школ. То есть в каждой школе у нас созданы отряды юных инспекторов. Они ежегодно проходят подготовку в школе. У них с 1 по 8 класс проходят курсы ПДД. На этих кружках дети обучаются, как правильно проходить дорогу, как себя вести на улице. Учащиеся школ продемонстрировали свое мастерство в соблюдении правил дорожного движения. Ребята из школ города прошли тестирование. Во второй день они продемонстрируют свои знания и умения на 6 конкурсных площадках. Этот ежегодный конкурс проводится в 22-й раз. Я рада принять участие в этом слете. Для меня это большая честь. В конкурсе мы показываем свой патриотизм. Я участвую в первый раз, мы долго готовились к этому конкурсу, дабы пройти во второй тур. На самом деле это не легко, но эмоции зашкаливают, это достаточно памятное воспоминание. По окончании конкурса сотни школьников получили грамоты, а отличившимся в конкурсе вручили дипломы по таким номинациям, как «Строевой смотр», «Юный пропагандист», «Юный регулировщик», «Тестирование», «Юный санитар», «Безопасное колесо» и конкурс «Агит-бригад». Валихан Талгатов, Галымжан Есенбаев, Айкын Акпарат.